ничего не тихут. Мешающие мысли. Неужели я это смогу сделать? Неужели я это смогу сделать? Слова тусклые слова. Вот знаете что? Фишка вот в чем. То, что в один момент времени ты чувствуешь одно, что ты все порвешь, все дела, то что у тебя все это получается. В другой момент времени ты обычный человек. И что делать в эти момент времени обычный? А? Что мне делать? 4 месяца я не виделась с ним. 4 месяца. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 2 месяца не общалась. Не хочу его пускать. Не хочу. Не хочу жить без него, правда. В смысле, не хочу. Мир конструировать без него. Вообще не хочется. Слишком мне понравилось то, что я себе написала. Ну, и те, кто взялись, у меня такие идеи. Ну, чем об этом осуждать, пофигу. Жить так жить. Не хочу об этом даже рассуждать. Вообще не хочу. Я тебя не отпущу. Я тебя нашла. Если я тебя нашла, то... Не ошибаюсь. Мое сердце и мой мозг солидарны. Понимаете, когда это мозг? Вообще, когда мозг выбирал, выбирал ли он как? Хотел мозг когда-то кого-то, не помню. Не знаю. Идентичный интеллект. Это я.
хочу быть всегда, я думаю, всегда. Главное, это быть рядом с тобой. Ладно, хватит тут кривляться.